Thank you.
Пришли. Сегодня для вас играют Игнат Кравцов на барабанах, Антон Давидян с бас-гитарой, Илья Григорян с фортепиано и Родес и Александр Папин на гитаре. Первая композиция, которую мы сыграли, это композиция, которую я сочинил в честь великого художника Херонимуса Босха, голландский художник, который пишет совершенно невероятные картины, на мой взгляд, и я пытался передать, что у него было в голове, когда он рисовал свои картины этой музыкой. Сумасшедший. Следующая композиция, которую мы сыграем, называется The Ocean, Led Zeppelin. Спасибо. We'll be right back.
The Ocean, Led Zeppelin. Илья Григорян, Рудос. Александр Папик, гитара. Следующая композиция, которую мы сыграем, это баллада Билла Эванса «Blue and Green». Я исполнил их на замечательных инструментах морских раковинах. Я их коллекционирую, когда мне, я начал коллекционировать их, когда мне было 11. И каждая из раковин из разных стран. У меня есть две раковины, которые из Кубы, одна из них из Таиланда, одна из Австралии. И одна тоже из Кубы. То есть, надеюсь, каждая раковина дает свой собственный звук, который, ну, на мой взгляд, является магией. Я надеюсь, вы ощутите этот звук. Спасибо.
С ними, потому что они все профессионалы высокого уровня, и мне очень нравится Москва, и я получаю огромное удовольствие, и поздравляю клуб Козлова с новым местом, ну, он просто шикарный, звук отличный, что можно мечтать. Мы приступим к следующей композиции, которая называется «Эхо Москвы». Thank you.
Спасибо. Эта композиция совершенно свежая, мы ее только попробовали, она... я очень доволен, как она прозвучала. Следующая, которую мы сыграем, называется «Дары несовершенства». Надеюсь, она понравится.
Следующая, которую мы сыграем, я ее сочинил 3 года назад, будучи в Амстердаме, скучая по России, по Москве, и решил ее назвать «Легенды Кремля».
Последняя композиция, которую мы сыграем в сегодняшнем вечере, называется «Тадмор». Это город Пальмира, который находится в Сирии. Я был там в 2006 году и был очень впечатлен красотой этого города. К сожалению, в связи с последними событиями этот город полностью разбит, но мне удалось увидеть всю архитектурную прелесть тех лет. И я был впечатлен, и я буквально за поездку обратно в Россию сочинил эту композицию. Надеюсь, она вам понравится. Thank you.
Кравцов, барабаны. Илья Григорян, фортепиано. Гитара. И Антон Далекян, бас-гитара. Меня зовут Андрей, было очень приятно сегодня играть для вас. Это огромная честь, еще раз повторяю, сыграть с такими профессионалами высшего уровня. Спасибо всем, кто пришел. Еще раз поздравляю клуб с прекрасным местом. Надеюсь сыграть еще раз.